Держим корову, чем приносим пользу, благости себе и людям. Но терзает вопрос о телятах. Как в наше время лучше с ними поступать? Как долго давать им жить и быть с мамкой? Что лучше продать тем, кто жестоко убьет, или самим убить, но безболезненно, без любовью? Ну, подходите, я сейчас вас убью безболезненно, с любовью. Можно ли отпустить душу? Что же лучше для судьбы, иметь корову или не иметь? Это важный вопрос, очень серьезный, важный вопрос. Видите, с одной стороны, корова, она приносит счастье в дом. Она успокаивает психику. Допустим, у меня ученики, ребята, которые учатся у меня, у них такой большой дом, большой такой в деревне, там они живут все вместе. И мы взяли несколько коров, пытались лечить. Вот сейчас у коров есть такая вирусная инфекция, лейкоз коровы, которая убивает коров, и нет от него излечения. Мы пытались с помощью своих методов вылечить эту болезнь, чтобы как-то коровам помогать, но у нас так ничего не получилось. Вот. Но так или иначе мы пытались, эти коровы жили у нас полгода. И ребята, когда им было совсем плохо, они просто коровам уходили и ложились прямо вот рядом с коровой. Корова лежит, и он на нее прям ложится, и полчаса полежал, и все. И психика полностью успокаивается. То есть корова — это очень благостное, божественное животное. И молоко коровы поэтому тоже очищает сознание, успокаивает психику. Если пищеварение хорошее у человека, то можно вечером перед сном с медом горячее молоко пить. И психика полностью успокаивается. Бывает, что пищеварение плохое, и когда человек молоко на ночь выпивает, то у него слизь во рту потом с утра, и плохо чувствует себя, не очень хорошо. Тогда не надо это делать. Но если пищеварение хорошее, какое пищеварение сильное, то молоко хорошо переваривается и успокаивает сильно психику. Вот у меня всегда, я всю жизнь пью молоко вечером, и мне всегда хороший сон улучшается, и от этого улучшается память там и так далее. Поэтому корову хорошо держать. Но видите, корова же рожает не только телок, но также и телят. И чтобы корова давала молоко каждый год или через год, она должна давать потомство. Как-то решили вот вопрос в Венгрии, в ведической общине. Они просто с такой любовью относятся к коровам, что у них корова 5 лет уже дает молоко. И просто она дает молоко, потому что она чувствует своими детьми людей, которые за ней ухаживают. Продолжает давать просто молоко, и все, у нее не кончается оно. Вот. Но все равно этот вопрос как-то надо решать. Конечно, лучше бычку дать возможность вырасти, или, может быть, кому-то его отдать. Но убивать самим точно не надо. Если вы бычка продаете, там, что они с ним сделают, это уже их решение. Но вот мы приняли решение, что мы не держим коров. Потому что мы даже вот отдавать бычков просто для того, чтобы их убивали, мы не можем. У нас есть такая идея выращивать, если разводить коров вместе с бычками. Ну, у меня есть один друг, вместе со мной работает, он просто держит коров и бычков вместе, то есть он ухаживает за ними. Но в ведической культуре коровьи продукты и бычков, и коров, они обладают очень большой пользой, потому что, допустим, коровий навоз, он... Это лекарство, которое лечит аллергические заболевания, лечит астму. И он используется как для обтирания снаружи, то есть лечит суставы. Там огромный спектр заболеваний лечит коровий навоз, а также лечит многие болезни коровьей моча. И в Индии многие держат бычков, и из коровьей мочи и навоза делают кучу лекарств различных, и это окупает их содержание. Мы тоже планируем такое же сделать. Систему, чтобы коровий навоз давал, вот это хорошее удобрение тоже к тому же. Ну, то есть бычки дают навоз, и это дает возможность его покупать, если сделать хорошее технологическое производство лекарств и удобрений. Но это единственный способ выход уже из ситуации без плохой кармы. Ну, так или иначе, я не могу ответить на этот ваш вопрос как-то
однозначно. Не знаю, что вам сказать. К сожалению, в нашей культуре бычки не востребованы. Раньше на них пахали землю. И, кстати, доказано, что трактор обходится дороже, чем бычок, который пашет землю. Потому что на нем пахать, во-первых, земля лучше пашется, не травматично, а во-вторых, напряжение меньше, меньше расходов. Ну, то есть это трудно объяснить. Ну, это факт. Особенно маленькие участки там, бычок быстро пашет. На бычках возили, там, пахали и так далее. Они, кстати, тоже использовались в добыче воды, то есть насос не надо было электрический иметь, бычок ходил целый день, его воду вытаскивал, ну, как насос работал. Они работали как жернова, то есть они перемалывали муку. Ну, то есть в древней культуре очень востребован был этот труд, и поэтому бычки нужны были, так же, как коровы. Сейчас уже немножко не так все.